Здрасте! Меня зовут, как всегда, Серж Маркович. Добро пожаловать на канал Охоты и Рыбалки у передачу от вашего шефа. Сегодня нам и попался утенок. Дело приготовления нашего утенка нами принадобится оливковое масло. Пока оно разгреется, добавим немного лука репчатого. Мелко его порежем. Так. Фаршированный утенок. Во! Так, чуть соли, как обычно, лук быстрее готовится. Пока наш лук идет, забираем какой-то местный деликатес, в этом случае у нас брезаула. Мелко это порежем, оно даст такой замечательный аромат. Больше используем мясо, значит, как специи, да? Немного чеснока порежем. Можу крупно, ничего страшного. Ничего страшного, если тут добавим немного шампиньонов. Так. Все это сделаем чуть помельче, потому что будем утенка фаршировали. Порежем два помидорчика. Так. И, уважаемые друзья, чеснок и шампиньоны добавим, потому что тут есть немного воды. Грибы пустят воду. Оно дополнительно пара протушит наши шампиньоны. Лук и чеснок. Заберем немного паприки. Так. Один кусок. Тоже туда. Помидорчик. Брезаулу. И пока это все очень хорошо обжарим. Упс. Уже здесь есть феноменальный аромат. Не знаю почему, но, наверное, лучший запах отдает чеснок, шампиньоны и какая тут сухая ветчина, в нашем случае брезаула из говядины. Пока это все очень хорошо обжарилось, и добавим тут 50 грамм белого вина. У нас есть рис сварен на 80%. Можно добавить немного стручкового фасоля. Мелко порежено. Добавим. Так. Так. Пока наш рис и остальные ингредиенты жарятся, наберем немного тимьяна. У нас здесь есть немного розмарина. Этого будет достаточно.
У нас ингредиенты не должны быть, значит, готовы до конца. Должны остаться желательно сочным. Заберем наши специи, добавим туда. Все это хорошо смешаем. Все это посолим. Паприки немного добавим. Перчик накрутим. Немного оливкового масла добавим. Так. Все это смешаем. И так, господа, нашему утенку сзади ставим эту смесу внутрь. Во. Во. Его положим. Так. Заберем алюминиевую фольгу. Опа. Его тут положим. Также немножко посолим его с одной и другой стороны. Зальем немного маслом. Соль точно останется со всех сторон. Немножко лимончика накрутим. Короче, замотаем. Это хорошо закроем с одной стороны. Так. Пока он тут остался, кроме жидкости из нашего надева, добавим еще немного масла. Это все закроем. Положим его в противень, в духовку на 220 градусов, где-то на полтора часа. Поехали. Во, берем нашего утенка, значит, так, идем в духовку на 240 градусов, где-то полтора часа. Во, сейчас посмотрим, чего происходит с нашим утенком. Как-то он в фольге, но все равно уже сок. Это уже пахнет замечательно. Сейчас мы посмотрим, чего тут творится. О! Наш утенок. Вилка, господа, обязательно. Потому что это все. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, берем нож. О, мясо очень хорошо отваивается, потому что, короче, оно было в фольге, обжаривалось в собственном соку. Так. Ничего страшного, если это зальете чуть-чуть оливковым маслом. Так. Ложку. Наш рис добавим. С ветчиной, грибами. О, вот скрылось. Так, уважаемые друзья, это все выложим в сторону. Это не хочу отдать никому. Добавим немного орегано. Так. Угу. Листья салата. Красота.
это тоже гарантия успеха. Говорят, что люди кушают глазами. Если изначально понравится, как выглядит, а потом... О! Помидорчик сочный. Мне кажется, что достаточно. О, Василик. И оно всегда выглядит так богато, когда у нас есть что больше цветов. Так что мы сейчас заберем немного перца. Сделаем это так. Кусок два лимона. И наш фаршированный утенок готов. Уважаемые друзья, я вам желаю приятного аппетита, больших кулинарных достижений. Записывайте рецептуры, вспомните. Спасибо вам и огромное. Увидимся. До свидания.